Несколько дней младший сын, собрав все, что было у него, ушел в далекую страну и расточил там все свои деньги, живя разгульно. Так он растратил все, и когда в той стране начался сильный голод, он оказался в большой нужде. Тогда он пошел и нанялся в работники к одному из местных жителей, и тот послал его на свои луга пасти свиней. Он был бы рад утолить свой голод даже стручками, что ели свиньи, но и этого ему не давали. Наконец, образумившись, он сказал себе: «Сколько работников у отца моего едят хлеб досыта, а я здесь погибаю от голода. Пойду к отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба, пред тобою виновен я, и больше не достоин называться сыном твоим. Прими меня, как одного из твоих работников». И он встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним, побежал к нему навстречу, обнял его, поцеловал его. И сказал сын отцу: «Отец, согрешил я против неба и пред тобой виновен. Я больше не достоин называться сыном твоим». Но отец сказал слугам своим: «Скорее принесите лучшую одежду и оденьте его, и наденьте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, будем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся», и началось веселье. В то время старший его сын был в поле. Когда он возвращался, подошел к нему, к дому, и услышал музыку ликования. Подозвав одного из слуг, он спросил: «А что случилось?» Тот ответил ему: «Твой брат пришел, и откормленного теленка заколол отец, ведь его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда вышел отец его и стал упрашивать его войти. Но он ответил отцу: «Посмотри, сколько лет я работал на тебя, как раб, и никогда не приступал воле твоей, и ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями моими. И когда пришел этот сын твой, промотавший твое же состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка». «Дитя мое», — сказал отец, — «ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Как же не веселиться нам и не радоваться тому, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся?» Все знаете эту притчу, да, читали? Вы знаете, есть три вида отношений, мы про них будем говорить особенно. Но здесь я хочу сконцентрировать на одной мысли, на человеческом сердце. Сердце, которое дал нам Бог, сердце, о котором постоянно описано в Писании. Бог дал первую заповедь: «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим». Помните, да? То есть позиция отношений друг к другу, самая глубокая позиция – это сердце. Как мы располагаем сердце? Даже этот младший сын, который ушел, где-то промотал, но он сокрушился, понимаете? Он сокрушил свое сердце, Бог сделал ситуацию таким образом, что он потерял все. Хорошо еще Бог сохранил ему здоровье, чтобы он мог дойти до отцовского дома, да? Но вы понимаете, что сокрушенное сердце – это то, с чего можно начать восстановление. Без сокрушенного сердца восстановление человека невозможно. Без сокрушенного сердца невозможно вернуться в объятия Отца, невозможно начать процесс исцеления, невозможно начать процесс детоксикации, невозможно начать двигаться в этом направлении. Но с другой стороны, есть вот старший сын, да, который, имея помазание быть наследником, старший сын, он имеет все права на наследство. Он уже любящий отцом, он уже любимой матерью, там, я не знаю, у него слуги, которые знают, что он будущий наследник. А он не живет в этом, понимаете? Он ходит в зависти, что сродни, в принципе, убийству. Вы знаете, что Бог не разделяет смертные грехи. Убийство, прелюбодеяние, зависть, гордость, лжь — для Бога это одно наказание – смерть. И этот человек, будучи сыном, наследником, он находится в жутком состоянии, он живет в аду без сокрушенного сердца. И когда он видит радость отца, вместо того, чтобы радоваться с ним, он попадает в руки лукавого. Поэтому я вас призываю сегодня, ну, подумать об этом. У нас есть впереди целая неделя о том, как нам восстановить с Богом отношения. Насколько наше сердце сокрушено. Насколько мы действительно искренне будем хвалить Его, славить Господа. И насколько наше сердце, оно доверяет Богу наши поступки, наши мысли. А сейчас я хочу пригласить группу прославления. И я призываю всех двинуться вместе с нами к престолу благодати, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи прежде всего нам, потом нашим родным и близким, и потом по всему миру, до края земли. Аллилуйя.
Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся Тебе на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, потому что так говорит Слово Твое, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. И мы приглашаем Тебя, Дух Святой, на это место, чтобы Ты наполнил наши сердца, чтобы Ты наполнил наш дух Святым Своим Духом. Мы любим Тебя, мы нуждаемся в Тебе, Господь, и пусть слова наших уст и размышления нашего сердца будут угодны Тебе, Господь. Аллилуйя. Ты великий, Господь. Нет подобного Тебе. Нет другого, как Ты. Благодать излилась на меня, благодать излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
излилась на меня благодать, излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя, благодать, благодать, излилась на меня благодать, излилась на меня, и теперь. Даешь ответ, ты мой путь, ты мой свет, Иисус, ты наш путь, ты мой путь, ты мой свет, только ты, только ты даешь ответ, только ты, ты мой путь, ты мой свет, Иисус, ты мой путь, ты мой путь, ты мой свет. Даешь ответ, ты мой путь, ты мой свет, Иисус, ты мой путь, ты мой путь, ты мой свет, только ты даешь ответ, ты мой путь, ты мой свет, Иисус, благодать, благодать, излилась на меня, благодать. Излилась на меня, и теперь знаю я, Бог победа моя. Аллилуйя! Провозгласи, что Бог твоя победа. Дьявол не может ничего, но Бог он с нами, аминь, и победа за ним. Бывают атаки в нашей жизни, но победа за Господом, аминь. Аминь. И мы будем провозглашать победу и радоваться в этом. Радуйся в Господе, прославляй Его. Он подарил победу нам во Христе Иисусе. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Радуйся Боге, Он царь земли. Он победил. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся Боге. Радуйся, радуйся Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял. Болезни и грехи Он взял вместо нас. Твою святую кровь дал назад. Победать, восхищай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Восхищай, голос твой, Господу воспой, восхищай. Восхищай, пой хвалу, песню славы, пой царю. Восхищай, голос твой, Господу воспой! Воспой Господу, Он достоин всей хвалы, всей славы. Аллилуйя, Господь, мы прославляем Тебя, мы радуемся в Тебе, наш Бог. Радуйся, радуйся Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Радуйся, Боге! Радуйся, радуйся Боге, Он царь земли. Он победил на Голгофе все силы тьмы. Болезни и грехи Он взял. Болезни и грехи Он взял вместо нас. Взял вместо нас. Пролив свою святую кровь дал нам за победа. Восхищай.
Радоваться в Тебе, потому что Ты, кто дал нам победу, Ты тот, кто простил все наши грехи, Ты тот, кто даровал нам спасение и вечную жизнь, простил нас и освободил от всякого проклятия, и мы хотим радоваться в Тебе, мы хотим благословлять имя Твое. Создал, Он все мне в жизни дал, и верю.
вечно буду я благословлять тебя. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, мой Бог. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Мы благодарим за Твою милость к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за любовь Твою, за то, что Твоя милость и благодать, она обновляется к нам, Господь, каждое утро. И мы хотим еще больше приближаться к Тебе, еще больше наполняться от Твоего Духа Святого, еще больше быть такими, как Ты. Спасибо, Господь, за Твое прощение и очищение, которое Ты даешь нам, что Ты сказал: «Воззови ко мне, и я отвечу Тебе». Мы благодарим, что можем взывать к Тебе, и Ты отвечаешь. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем приходить к Тебе, и Ты прощаешь. Что Ты очищаешь, Господь, что Ты даешь нам мудрость, Господь. И мы поклоняемся Тебе сейчас. И мы открываем свои сердца перед Тобой. Мы хотим говорить Тебе, как мы любим Тебя. И что мы хотим быть еще ближе, Господь, к Тебе. Ты великий, Господь. Ты прекрасный Бог. Ты достоин всех хвалы. Слава Тебе, Господь, и поклонение на этом месте. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы Аллилуйя, Аллилуйя, Святой, Святой.
тобою, Царь наш, ты велик. Аллилуйя! Аллилуйя! Святой, святой, всемогущий, ты велик. Кто достоин? Всемогущий Бог, ты праведный, ты святой, и нет подобного тебе. Перед тобой, Господь, горы превращаются в воск. Перед тобой, Господь, склоняется все. Ты велик, ты велик, ты велик. Как воск растают горы перед лицом Его. Силы тьмы трепещут перед
источник, Ты наш утешитель, Ты наша любовь, Ты смысл нашей жизни. И мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за Твое чудное присутствие здесь, Дух Святой. Ты прекрасен, Ты велик, нет подобного Тебе. Мы поклоняемся Тебе, почитаем Тебя. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, присаживайтесь. Прекрасное прославление. Спасибо группе хваления. Слава нашему Богу за наших ребят, что каждый раз благословляют нас стяжает Божье присутствие, чтобы и на земле, как на небе, было Божье Царство, Божье присутствие. Аллилуйя, Господь. Благослови наших деток, Господь, Отец, потому что они нуждаются в Твоем благословении, в Твоей защите, в Твоем вразумлении, Господь Отче, воспитание от Тебя, Господь, Отец, самое, Господь Отче, нежное, самое кроткое, в такой сильной любви, Господь Отче. Пусть наши дети просто возрастают в Твоем, Господь Отче. Аллилуйя, Отец, присутствие в Твоей любви, в Твоей воле. В Твоем Слове, Господь, аллилуйя, Отец, мы просто всей Церковью благословляем наших детей во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет аминь. Слава нашему Богу. Богданчика? А прямо сейчас у тебя день рождения? А?